Приветствую вас во второй части по вязанию шапочки. Я сделала третье перекрещивание в 40-м ряду и провязала далее 2 ряда просто по рисунку, 20 лицевых и 2 изнаночные. Сейчас я от начала наборочного края до начала убавления макушки провязала 17,5 сантиметров. Может быть, слегка при растянутом состоянии наберется и 18, то есть если более разгладить. И сейчас я начинаю делать убавление для макушки вот в этом большом жгутике из 20 лицевых. Итак, первую, вторую лицевую провязываем, третью и четвертую. Далее, вот эту пятую лицевую я разворачиваю со следующей шестой лицевой дальними полупетельками вперед, вот таким вот образом. И провязываю их вместе, вот так. То есть как бы сокращаю одну петельку. Далее довязываю до конца этот жгутик полностью, абсолютно, скажем, без изменения. То есть я сократила в жгутике всего лишь одну петлю. И далее довязываем полностью раппорт до конца без изменения. То есть все лицевые и над двумя изнаночными 2 изнаночные. Далее я повторю, провязываю 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Пятую, шестую лицевую я переснимаю непровязанную и поворачиваю дальними полупетельками вперед. Для чего я это делаю? Для того, чтобы красивой косичкой повернуть вот эту лицевую пятую петлю. И когда вы делаете убавление, как бы визуально прячется следующая петля под нее. Далее до конца раппорта я довязываю без изменения все петли лицевые и 2 изнаночные. И так я каждую пятую, шестую петлю провязываю вместе в каждом из раппортов по кругу. В следующем ряду макушки или же в 44-м ряду от начала вязания я буду делать следующее убавление. Провязываем 13 первых лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13. У нас должно остаться с левой стороны 6 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали 13 лицевых, а должно было быть 14. Мы одну петлю, как вы помните, здесь сократили. Поэтому с другой стороны симметрично мы будем провязывать убавление. То есть первую, вторую петлю лицевую провязываем вместе за передние полупетельки. То есть мы сокращаем уже с другой стороны лицевую петлю и довязываем 4 оставшиеся лицевые петельки. Вот так. И у нас получается сократили с одной и с другой стороны по петле. Далее у нас идут 2 изнаночные, так и провязываем 2 изнаночные. Далее снова 13 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 и 13. Осталось 6 лицевых. Провязываем первую, вторую лицевую, ближайшую, вместе одной лицевой. Сделали убавление и далее довязываем оставшиеся лицевые вот здесь вот петельки. Получается, мы сокращаем с одной стороны, с другой стороны, а изнаночные петли вяжем по рисунку 2 изнаночные. Так убавляем в каждом из раппортов по кругу. В третьем ряду макушки мы снова уберем с одной стороны жгутика одну петлю и поэтому провязываем первые 4 лицевые петли, пятую петлю и шестую поворачиваем дальними полупетельками вперед. То есть я каждый раз, когда буду сокращать с правой стороны, буду поворачивать петельки. И провязываем вместе одной лицевой. Далее довязываем до конца лицевые по рисунку над лицевыми без изменения. И когда дойдем до изнаночных петелек, в этом ряду мы сократим одну из двух изнаночных петель. Для этого я снова таки поворачиваю 2 полупетельки задние вперед и вместе провязываю одной изнаночной петлей. Далее снова 4 лицевые, 3, 4. Пятую, шестую я поворачиваю дальними полупетельками вперед, сокращая тем самым одну петлю с правой стороны, провязывая за дальние полупетельки вперед, вот так вот, одной лицевой.
и довязываю лицевые до конца этого раппорта без изменения, а сокращаю изнаночную петлю из двух, тем самым снова поворачивая две петельки дальними полупетлями вперед. Хотите, можете не поворачивать, просто у вас получается сокращение перекрещенными петлями. Я этого не очень люблю, поэтому я буду каждый раз разворачивать, и в раппорте у вас сократится еще две петли, одна с одной стороны жгутика и вторая по промежуточным петелькам. 4 петли лицевые отсчитали, пятую, шестую провязали вместе и изнаночную также вместе. В четвертом лицевом ряду мы сократим петельки во второй половине жгутика, поэтому провязываем 11 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У нас должно еще остаться 6 лицевых до изнаночной, 2, 4, 6. И получается пятую и шестую провязываем вместе одной лицевой за передние полупетельки. Сократили одну петлю, далее довязываем 4 оставшиеся лицевые петли и одну изнаночную. Все, раппорт наш первый закончился. Мы сократили одну петлю с левой стороны жгутика. И сейчас мы повторим. Снова 11 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Далее следующие две петли провязываем вместе одной лицевой. И довязываем лицевые до конца. Их у нас 4. И далее довязываем одну изнаночную. Сократили в каждом раппорте по одной петле по кругу. В пятом ряду макушки снова сократим с правой стороны петельку, поэтому провязываем 4 лицевые, 3, 4, 5, 6 я поворачиваю дальними полупетельками снова вперед и провязываю вместе за дальние полупетельки теперь уже одной лицевой, то есть как я делала до этого, сокращая с правой стороны петлю. Снова провязываем лицевые до конца раппорта и одну изнаночную без изменения. То есть мы сокращаем в каждом раппорте снова одну петельку в первой половине жгутика. И все так в каждом абсолютно жгутике. Первые 4 петли мы провязали, пятую и шестую провязали вместе. 3, 4, пятую и шестую вместе. Но я снова разверну дальними полупетлями вперед. Опять же таки, чтобы спрятать наше сокращение под косичкой. Вот так. И довязываем лицевые изнаночную до конца ряда. В шестом ряду макушки мы убавим во второй половине жгутика. Поэтому провязываем 9 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Далее у нас остается 6 петель. Соответственно, первую и вторую провязываем вместе за переднюю полупетельку одной лицевой. И довязываем оставшиеся 4 лицевые петли и 1 изнаночная. Все, убавили в первом раппорте одну петлю. И так продолжаем до конца ряда. 9 лицевых, убавление, затем 4 лицевые довязываем и изнаночная. Вот так чередуем до конца ряда. В седьмом ряду мы будем делать убавление и в начале, и в конце жгутика. Поэтому провязываем 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Поворачиваем пятую, шестую дальними полупетельками вперед. Провязываем убавление с наклоном влево в центр. Далее провязываем средние 2 лицевые. И следующие 2 петли также провязываем вместе. То есть я провязала 4 первые петли, 5 и 6 вместе, а затем, отсчитав с конца 6 петель, 5 и 6 с конца лицевых, мы провязываем также вместе. По центру у меня остается всего 2 петли, не задействованы пока. Вот. Дальше довязываем 4 лицевые до конца и 1 изнаночную. Все, первый раппорт у нас закончился. Мы сделали убавление в центре 2 раза. Далее повторим 4 лицевые. 1, 2, 3, 4. Поворачиваем пятую, шестую дальними полупетельками для того, чтобы получился наклон влево. Делаем убавление. Затем центральные 2 пока что не задействованные петли провязываем 2 лицевые. И пятую, шестую с конца лицевых мы провязываем также вместе.
И затем 4 лицевые и 1 изнаночная. Так довязали второй раппорт. Вам нужно самостоятельно довязать таким вот образом, делая убавление до конца этого ряда. Восьмой ряд мы также продолжаем делать убавления с двух сторон. Для этого снова 4 лицевые петли провязываем. Пятую, шестую мы поворачиваем дальними полупетлями вперед. И провязываем вместе одной лицевой за дальние теперь уже полупетельки. Сделали убавление и сразу же делаем убавление с другой стороны. Далее довязываем 4 лицевые петли и изнаночную. Все, мы убавили снова в первом раппорте 2 петельки с одной и с другой стороны. Приступаем ко второму раппорту. 4 лицевые, 2, 3 и 4. Далее разворачиваем пятую, шестую петельку. Провязываем за дальнюю полупетельку вместе лицевой. И сразу же делаем убавление с другой стороны за передние полупетельки вместе лицевой. Довязываем 4 лицевые и изнаночную петлю. В девятом ряду снова делаем убавление в большом жгутике, поэтому провязываем 3 лицевые петли. 1, 2, 3. Далее четвертую, пятую петлю мы поворачиваем дальними полупетельками вперед и провязываем вместе 2 лицевые. Далее с другой стороны мы снова провяжем 2 лицевые вместе сразу же. То есть после первого убавления сразу же второе с другой стороны. Далее довязываем 3 лицевые петли и кромочная, промежуточная, изнаночная. Далее снова получается провязываем 3 лицевые петли. Четвертую, пятую поворачиваем. То мы поворачивали пятую, шестую, а сейчас четвертую, пятую. И провязываем вместе одной лицевой. Далее сразу же провязываем следующие 2 петли вместе лицевой. 3 лицевые петли до, скажем так, до конца лицевых и промежуточная изнаночная. Вот, все, смотрите, мы сократили с вами снова по 2 петли в каждом раппорте, по 2 петельки. И продолжаем так до конца ряда. В 10 ряду провязываем 2 первые лицевые. Далее у нас остается 2 петли до центра, мы их поворачиваем и провязываем вместе одной лицевой первый раз убавление. С другой стороны тоже следующее убавление тут же второй раз. До конца довязываем 2 лицевые и изнаночная. Первый раппорт закончился. Так сократим в каждом раппорте снова по 2 петли в центральных. И тем самым как бы мы завершаем вот этот наш жгутик красивым таким вогнутым лепестком, я бы даже сказала. Вот, и поэтому продолжаем дальше. 2 лицевые, следующие 2 поворачиваем. Тут же провязываем лицевую с одной стороны центра и с другой стороны. Как бы формируем такой лепесточек. Вот, провязали убавление. И далее у нас остается 2 лицевые и изнаночная петля. Вот так чередуем до конца. В 11 ряду продолжаем делать убавления в центре, поэтому провязываем 1 лицевую, следующие 2 лицевые поворачиваем дальними полупетлями и снова провязываем вместе 1 лицевой. Сразу же провязываем второе убавление подряд вместе 1 лицевой за передние полупетельки и довязываем лицевую изнаночную. Так повторяем этот раппорт до конца, то есть снова в серединке убавили 2 раза, довязываем, скажем, по обеим сторонам по одной лицевой и промежуточную изнаночную. В 12 ряду мы сразу же начинаем ряд с убавления. Поворачиваем дальними полупетельками 2 петли вперед и вот так вот провязываем теперь уже за дальние полупетли 2 вместе 1 лицевой. И сразу же делаем второе убавление, то есть снова вместе лицевой с другой стороны. Довязываем изнаночную. Раппорт сейчас у нас состоит всего лишь из 3 петель. Одна с поворотом влево с убавлением, вторая с поворотом, поворот направо, провязанное убавление и изнаночная петля. То есть снова поворот в левую сторону, поворачиваем дальние полупетли вперед и провязываем теперь уже за дальние полупетельки вместе лицевой. Сразу же делаем поворот
направо убавление вместе за передние полупетельки одной лицевой и изнаночную промежуточную петлю. Вот так. 13 ряд также мы начинаем сразу же с убавления. Вот у нас 2 лицевые, мы провязываем их одной вместе лицевой. То есть как бы делаем сразу же убавление. Далее у нас идет изнаночная, мы провязываем изнаночную. Снова лицевая у нас вместе 2 петли одной лицевой и изнаночная. Вот так я буду чередовать убавление и довязывать изнаночную до конца этого ряда. То есть у нас получается сокращается до одной лицевой и одной изнаночной весь раппорт. Лицевая вместе 2. Можете поворачивать, можете в принципе уже не поворачивать. Я думаю, что здесь не играет роли особой. Вот так вот можете разворачивать лицевые красиво. Затем довязывать изнаночную. Здесь уже, я думаю, что не особо будет видно. Вот главное уже у нас лицевая сторона. То есть как она ложится. Вот смотрите, с поворотом и без, как по мне, так разницы уже не особо и видно. Вот, то есть сокращаем полностью максимально петельки для того, чтобы стянуть затем макушку. У нас остались по кругу лицевая, изнаночная. Лицевая, изнаночная, чередование полностью со всех раппортов. Я предлагаю вам один ряд провязать по рисунку лицевая, изнаночная, чередуя, чтобы потом вам удобнее было стянуть и не был слишком такой вот стянутый краешек, он будет равномерно распределен. Затем я беру крючок и переснимаю все петельки на петлю на крючке. Вот таким вот образом, смотрите. То есть я, получается, нанизываю на рабочую ниточку или на одну спицу. Можно вот таким вот образом попробовать. То есть как бы нам самое главное, нужно спустить на рабочую ниточку полностью все петли. Можете отрезать, если вы уверены, что подходит уже размер шапочки, кому вы вяжете, вот, то можете просто провязать одну лицевую и на нее переснять все абсолютно петельки по очереди. Если же вы не уверены, как я вот сейчас, например, я не совсем уверена, то я переснимаю все петли на рабочую нить. То есть заметьте, я не отрезаю, я никогда не спешу отрезать ниточку, потому что я, скажем, ну потом еще замеры делаю, либо там даю померить, то есть смотря кому я вяжу. Вот, то есть я не спешу никогда отрезать нить, потому что я знаю, что мне ее придется потом, возможно, присоединять. Этого я не очень люблю, я стараюсь делать максимально бесшовные и максимально без узелковые изделия. Все, я пересняла на одну петлю, на рабочую нить, получается, все петельки. Теперь я хорошо подтягиваю и делаю 2 воздушные петли крючком для того, чтобы зафиксировать ниточку. Все, я привытягиваю петлю и показываю вам макушку. Вот она у меня макушечка, она достаточно аккуратная, ровная и красивая. Если вы уже померили шапочку, либо же уже сделали замеры и знаете, что она наверняка подходит, то вы просто после того, как делаете 2 воздушные петельки, вот эту ниточку отрезаете, прячете хвостик с изнаночной стороны, и у вас шапочка готова. Если же вы не уверены, то, соответственно, замеряете, и все. В принципе, готовая наша шапка. Выглядит она вот таким вот образом. Здесь нам остается лишь спрятать хвостик ниточки, так как мы его закрепили несколькими петельками, то нам остается лишь только его как бы спрятать красиво по тому, как ложатся петли. Я обычно это делаю вот таким вот образом. То есть я прячу по ходу того, как ложатся лицевые петли с изнаночной стороны. Вот, как бы косичкой переплетая с внутренней стороны. И все, ниточка у нас зафиксирована, спрятана. Я ее отрежу, сделаю вторичную тепловую обработку шапочки и можно ее носить. Я надеюсь, что у вас все получилось, понравилось, было интересно. И, конечно же, не забудьте лайкнуть. Спасибо, что оставались на моем канале. Всем хорошего настроения, ровных петелек. Пока-пока!